10 июня в Каспийске по адресу улица Советская, 13, был установлен новый пандус для комфортного передвижения людям с ОВЗ. Пандусы предназначены для спуска, подъема инвалидных и детских колясок, а также другого малогабаритного колесного транспорта. Данный дом находится по адресу Советская, 13. На втором этаже проживает инвалид с диагнозом ДЦП в квартире 80, Сенников Олег Николаевич. По его просьбе были установлены два пандуса. Стоит подчеркнуть, что установлены пандусы управлением ЖКХ и управляющей компанией дома по поручению администрации муниципалитета.